Ну а сейчас мы решили прогуляться по улице Таманская, так сказать, в завершении прогулки. Очень жарко, практически невыносимо. Сейчас пойдем на море, на набережную, на главную, там, где стоит маяк. Давайте посмотрим, что у меня впереди. Впереди у нас улица Таманская заканчивается морем, с правой стороны санаторий Русь. Сзади у нас улица Кирова, с левой стороны детский сад Пчелка, а вон там вдали стоят два построенных дома, которые уже сдались, и там уже можно жить. С левой стороны у нас Котельная, а с правой стороны недостроенный дом, который вот уже на протяжении 6 лет не могут сдать, его не принимают. То есть его построить построили, а принять никак не примут. И вот он тут стоит. Очень жарко. Просто уже невыносимо. Воды. Воды. О, теперь мы в тени. И здесь совсем не жарко. Так, знаете, хорошо, так прохладно, бодро. С левой стороны, кажется, был лагерь. Не знаю, работает он сейчас или нет, судя по навескам, работает. Вообще, я вам хотел рассказать про набережную, там, где санаторий Маяк располагается, это вот это как раз с левой стороны. Вот, там проходили дискотеки на том месте, где сейчас тренажерная площадка. Вот, и за этой тренажерной площадкой сейчас стоят роллеты. Вот, как я понял, что это... Земля выкуплена была в частную собственность. Каким образом, непонятно. Муниципальная земля становится частной. Вот это вот номер. Понимаете, какая штука происходит? И то есть эти люди, которые выкупили землю, они там могут открыть не только ресторан или гостиницу, они там могут открыть автомойку. И никто им ничего не скажет. Вот такие вот люди есть в Анапе. То есть, смотрите, что происходит. Вот это вот раньше был забор. Забор этих роликов не было. И в том году эти ролики работали. В этом году закрыли. Не знаю, кто-то закрыл, но в этом году они практически не работают. Там только работает один ролик. Но хорошо, что здесь сделали, видите, такой навес. В принципе, тут такая тенистая аллея получилась. А раньше здесь были дискотеки лагерные. Мы все время приходили по вечерам и смотрели, как танцуют дети. Было весьма увлекательно. Вот так вот сейчас все это сделали. Нам любые дорогие дороги. Ух ты, вода сегодня какая прозрачная. Это просто загляденье. Где оно, грязное море? Покажите, его же нет. Смотрите. Ну вот эти вот маленькие пятна. Да ну и что, их можно практически не замечать. Их же практически не видно. И наконец, вот он, маяк. Конечная точка. Финальный аккорд. Отсюда мы можем наблюдать вон граждане купающиеся, мороженое, пирожные. Вон там работали фотографы, сейчас их нету. Маяк, очень, смотрите, как красиво все сделано. Антенны вон стоят, погодная станция и палатка. Но она почему-то сейчас закрыта,